Приветики всем, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Rival Stars Horse Racing. И давайте-ка посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Ну, во-первых, у нас идут арабские дни. Я уже на 14 уровне, чуть-чуть осталось до 500 золота, немножко совсем. Активно занимаюсь разведением. Нужно будет, кстати, посмотреть, что за жеребята у нас получились. В конюшне заходим в денник. Хочу вывести лошадь третьего класса с хорошими показателями, никак не получается, может быть в этот раз получится. Кобылка, к сожалению, B и C. Угу. Продаем сразу, но зато заработали 100 очков в мероприятии «Арабские дни». И у нас, по-моему, награда доступна. Давайте-ка заберем. А, нет, недоступна, хотя 100 очков... Ага! Здесь награда недоступна, потому что ездовой пропуск не выкуплен. И мне осталось всего лишь 100 баллов заработать. Давайте посмотрим, кого мы можем поставить в конюшне, в деннике, то есть. Так, что у нас здесь? Редкие гены, Quarter Horse, ничего себе, с хорошими показателями, 6 класс. И 8 класс. С плохими уже показателями, чистокровная лошадь вот такая. Но это редкие гены, да? Наверное, что-нибудь выберем, кого-нибудь из своих. Кстати, у меня же есть третий класс, гибрид вот такой. И у меня получается две лошадки всего лишь третьего класса. Так, и можно будет попробовать скрестить со вторым классом, да? А, мне не хватает разгона, корма. Корма на разгон. Нужно будет зарабатывать корм. Что у нас на рынке? Может быть, я его смогу купить? К сожалению, обычное зерно мне здесь предлагают, которого у меня и так предостаточно, поэтому ничего покупать не буду. А на конном рынке тоже нет интересных лошадок. В звездном клубе пока что есть только чистокровная кобыла, вот такая бесплатная. И вот такая бесплатная. Я ее, по-моему, такую уже забирала, 4 класса, я не помню. Нужно будет посмотреть на пастбище. И будущий чемпион еще будет здесь 6 дней. Я надеюсь, что через 6 дней здесь появится уже кнапструпера. Ну вот, и я смогу хотя бы одного из кнапструперов купить себе в коллекцию. Так, предложение. Здесь уже кнапструперы вовсю продаются за настоящие деньги. Ух ты, арабская такая интересная, чумазая. Колесо удач. Покрутить, не покрутить, пока не знаю. Я хотела сходить на активные события еще вместе с вами. Так, обучение, тренировка завершена. Так, химика я сейчас тренирую. Покажу я вам, каких лошадок я уже успела вывести, пока участвовала в арабских днях. Так, тебя ставим снова на тренировку. Как видите уже на главной заставке, на главном меню, у меня есть пятнышко. Наконец-то у меня получилось вывести лошадь, правда, второго класса с тремя чертами. И вот с такими показателями, более-менее. Так, и так, вот такую лошадь я вывела еще с такими вот показателями, тоже очень хорошая, третьего класса. И химик. Химик у меня просто... Давайте проведу лошадь, я вам покажу. Тоже с пятнами, но, к сожалению, их не видно. Они слишком светлые. Можно будет попробовать тоже скрестить химика. Это жеребец с какой-нибудь кобылой темной. Тогда, наверное, что-то интересное получится. Тем более, показатели просто великолепные. Вот, и 4... А, нет, не 4. 3 черты у него на 4 классе. Я думаю, что это очень-очень хорошо. Так, ну что ж, давайте посмотрим теперь, что у нас тут по центру событий. Когда у нас появятся долгожданные кнапструперы. Так, сейчас у нас арабские дни проходят. Так, гены, гены, гены. Вот, радостные прыжки. Я надеюсь, что это событие, как их раньше называли, финтифлюшками, финтифлюшки придут вместе с конкуром. Ну, потому что, во-первых, называются радостные прыжки, во-вторых, кнапструперы идеально подходят к этой дисциплине. Вот, также 15 плюс больше наград, я думаю, что... На первом этапе нам дадут бесплатного кнапструпера для разведения. Неважно, какие показатели, главное, чтобы был кнапструпер.
Вот. И я очень надеюсь, что на рынке в Звездном клубе появится еще и в продаже Кнапстроппер с хорошими показателями. У нас есть сюжетные забеги и кросс-кантри. Давайте попробуем все-таки кросс-кантри, потому что обожаю эту дисциплину. Сюжетные забеги, они как-то более скучные, кросс-кантри повеселее. Выберем подходящую лошадку. Спокоен. По-моему, да. Лучше ее. Пятнышко у нас здесь вообще проигрывает, потому что покрытие не совпадает. Ну, окей, начинаем забег. Все, разгоняемся. Спринт, кнопку спринт я нажимаю постоянно. То есть она у меня все время нажата, и я не знаю, правильно это или нет. Ну, я именно так прохожу кросс-кантри, мне так удобно. Потом она сама по себе набирается, сама по себе расходуется. То есть я вообще за этой кнопкой не слежу. Я слежу только за прыжками, ну, за преградами, да, чтобы в них попасть. Лошадка второго класса, конечно же, спринт у нее слабенький. Посмотрим, на каком месте мы будем. По возможности срезать, конечно. Это уже как получится. Так, все, прошли. Ну, давайте показывайте, сколько мы заработали очков для клуба. Так, приз первого ранга пока что, но я могу потом слететь. Я нечаянно нажала кнопку повторить, да? По привычке придется потратить билетик. Билетиков у меня предостаточно, так как я состою в Звездном клубе, мне дают по 5 билетов ежедневно. Бонусом, тем более я их еще не тратила на этой неделе. Поэтому ничего страшного, если я потрачу еще раз билетик. Может быть, даже с более хорошими, с хорошим временем сейчас пройдем. Постараемся здесь сократить. По максималке путь. Здесь кросс-кантри, конечно же, не такое сумасшедшее, как старый квестрин. Старый квестрин, там лошадь со скоростью света идет. Тем более, если включать ускорение. Здесь, конечно, более спокойная такая игра. Даже в сюжетных забегах нет этого экшена. Может быть, этим мне игра и нравится. Так, ну давайте посмотрим, может быть, более хорошее время сейчас прошли, нет? Да, с более лучшим временем. Все, готово, нажимаем кнопку. Далее, ну здесь призы, конечно, такое себе. Мне кажется, просто эти события никто не проходит. Поэтому я беру приз первого ранга. Так, здесь у нас покрытие не совпадает, здесь тоже не совпадает. Ух ты, ничего себе, как неудачно. Так, вот здесь мягкая 93. Только Silver Strike получается, да? Но она третьего класса. Поэтому мы берем Санни. Так. Чем отличается? Ну, Санни, да, у нее показатель на ловкости лучше, чем у Дарлинг. Поэтому берем Санни. Поехали. Тот же самый трек. Ничего не меняется, только другая лошадь. Немножко подвисает. Это потому, что я играю на эмуляторе. Возможно, на телефоне такое не наблюдается. Поэтому не обращайте внимания. У меня все время так. Тем более в последнее время, да, после обновлений. С чем это связано, я не знаю, не могу сказать. То ли пинг сильно высокий. Я бы не сказала, что у них графика как-то улучшилась или что-то здесь усложнилось. Может быть, они сервера поменяли, место нахождения серверов. Так, давайте посмотрим теперь здесь, на каком месте мы будем призовом. Ага, приз первого ранга. Ой, далее нельзя... Нет, далее можно нажимать, только здесь нужно нажать готово. Ну, зато очки для клуба заработали.
для команды. Здесь они называют, здесь клуб называется командой. А еще где я могу пройти? Ага, я на второй ранг сразу сдвинулась. Так, здесь у нас 6-го класса будет лошадка. Смотрим. Джентльмен 132, умист лучше 146. Наверное, мист используем, да? Почему-то мне предлагают джентльмена, не знаю по какой причине, потому что у него диеты, 3 диеты стоят. Может быть, из-за этого. Так, мист. Соник еще лучше, чем мист. Надо диету Сонику поставить какую-нибудь. Лайт 150, а здесь 150, 151, 147. Так, у Лайта еще лучше. Наверное, остановимся на Лайт. Тандер 151, 150. Тандер. Побеждает Тандер. Давайте попробуем поставить диету, улучшение скорости применим. Я не знаю, здесь скорость подходит, нет, или это только к активным событиям. По-моему, здесь тоже должно подходить. Возьмем эту лошадку, лучшего варианта все равно нет. Какое-то событие было по золоту, я уже его пропустила, к сожалению, не успела в нем поучаствовать. Эти события, они очень быстро заканчиваются. Они, по-моему, здесь всего лишь 3 дня держатся. Я не успеваю в них участвовать. Поэтому пропустила хорошие события. Самое классное событие – это на амуницию. Здесь конкуренция, конечно же, идет просто невероятная. Можно будет потом еще покрутить барабан. Может, нам повезет. И заработаем золото вместе с вами. Так, показывайте, какой ранг призовой. Ну, здесь показывают первый ранг. Возможно, сейчас я окажусь вдруг на втором или на третьем. А, первый, второй? Нет, первый. И здесь. Ну, здесь я не смогу первый, второй ранг заработать, потому что у меня лошадь только 7-го класса. 8-го класса у меня лошадей вообще нет. У меня одна единственная лошадь 7-го класса. Легаси, к сожалению, до сих пор не могу вывести хотя бы кобылу для того, чтобы можно было скрещивать с легаси жеребцом, разводить и вывести лошадь 8-го класса. Ну, не получается никак, поэтому я очень сильно надеюсь на рынок, на конный рынок звездного клуба. И купить лошадку именно там, 7-го и 8-го класса. Остальных классов у меня предостаточно, даже 3-й класс у меня уже потихонечку накапливается, прибавляются новые лошадки. Стараюсь, вывожу. Ну, я стараюсь выводить не только с хорошими показателями, но и красивых лошадей. Породистых я просто покупаю. Разводить породистых лошадей очень сложно, как вы знаете. Вот, разводим в основном гибридов. Ну, есть плюс, конечно же, что получается больше черт, чем у породистых лошадей. Это плюс. Так, это уже у нас последний заход в активных событиях. Ну, показывайте. 3-й ранг, как минимум. А, 1-й, удивительно. Это, наверное, здесь неправильный показатель. Давайте посмотрим еще раз. Просто я думаю, что такого не может быть. О, видите, сразу слетела на 2-й ранг. Здесь пока держусь на 1-м. Ну, окей. Сходим на рынок, покрутим колесо. Ну что ж, 14 тысяч роз у меня. Хватит, не хватит. Ну, должно хватить, потому что 330. А здесь предлагают выигрыш золотом. Ну вот, поменьше будет стоить крутка, соответственно, колеса. Ну, давай крутись. Угу. Отлично. До 5000 дойдем, не дойдем, не знаю. Посчитать надо. Нет, нет, дойдем, кстати, дойдем до 5000, 5000 у меня будет золото. Я немного золота потратила на легендарные гены при разведении. Надеялась, что у меня что-то получится, но зря. Все прошло зря, где-то около 500 золота я потратила. Ничего у меня не получилось.
Ну, это мне не нужно, но спасибо. Ох, шансы увеличиваются. Розы заканчиваются. Крутки все дороже и дороже. Так, снова. Эх, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть совсем. Наверное, придется весь барабан мне прокрутить. Ну, давайте-ка сейчас попробуем. Нет, не повезло. Ну, прям совсем не повезло. Мне хватает роста? Мне рост чуть-чуть не хватает. Придется сходить на какое-то событие, да? Немножко не хватило рост на последнюю грудку. Давайте-ка еще раз сходим на событие. Ох, длинное видео у меня в этот раз получается. Надеюсь, вы не скучаете. Так, сюжетные забеги, да? Ну, здесь всего лишь 200, 300. Но мне как раз чуть-чуть и не хватает, да? Давайте вот сюда сходим. На Легаси. Здесь покрытие совпадает? Да. Ух ты, отлично, отлично. Так, навык давайте тоже какой-нибудь используем, чтобы наверняка. А, какие у нас есть навыки? Так. Ну, бриллиантовый я не хочу использовать. Давайте вот этот попробуем. Как бы... Целюсь, конечно же, на первое место. Но посмотрим, как получится. Все, поехали. Два билетика тратим. У меня никогда не получается нормально стартовать. Надеюсь, в этот раз все выйдет как нужно. Определяется бокс. Давай, давай, быстрее. Не тяни. Ох, все, поехали. Шестое место. Идеально. Неужели? Так, идем сюда. К сожалению, не предпочитаемая позиция, но спринт будем потихонечку набирать. Что у нас там? Сильно отстали? Ну, прилично. Предпочитаемая позиция слишком далеко, я кнопку медленно нажимать не буду. Это было бы странно, я не знаю, кто-нибудь пользуется этой кнопкой. У меня просто рука не поднимается ее нажимать. Еще спринт можно использовать, потихонечку ускоряться. Потому что у меня там идет навык плюс 4, да? Поэтому где-нибудь вот на этой позиции будем держаться. И можно будет стартовать пораньше. Чуть-чуть пораньше. Где-то на 300 метрах. Может быть, даже еще раньше, не знаю. Давайте пока наберем спринт. Даже здесь подвисает. Я не знаю, что происходит с игрой. Раньше такого я не наблюдала. Так, ну поехали, наверное, уже пора, хотя я не знаю. Мне кажется, пора. Все, отлично, справляемся. Спринта хватает предостаточно. Можно было бы еще раньше начать. Впритык. Отлично. Ну, давайте мне золото, я хочу... Ой, не золото, лепестки роз. То есть просто розы. Мне нужны розы, ради этого я все сделала. На 11 месте, не особо-то я тут... продвинулась, но у меня в сюжетных забегах все время так. Так, все цели достигнуты. Очки для команды заработали, кстати, еще. Так, ну, должно хватить, да? Или нет? Я не помню, сколько там нужно было за крутку. Возможно, еще раз придется сходить. А, еще не хватает. Чуть-чуть не хватает, ничего себе. 50 роз всего лишь не хватает. Придется еще сходить на забег. Ох, и длительно же у меня видео получается. Ну, пойдемте сюда. Начинаем с конца, да? Так, джентльмен здесь. Мне предлагают джентльмена. 137. Ну да, только джентльмен у меня подойдет. А остальные... Ну, химика я еще не прокачала, в принципе, поэтому... Чему удивляться. Давай тебе тоже навык возьмем. Этот же... Мне его больше всего. Поехали. У него зато диеты все трехзвездочные стоят. Так, шестой. Шестой бокс. Так.
Ой! Да божечки, кошечки. Ну вот как обычно. Как обычно. Стартовало не очень хорошо. Сейчас все пойдет наперекосяк. Что у меня? Как далеко. Предпочитаемая позиция. Финишировать будем пораньше. Где-то 380 метров на радиусе до финиша. А сейчас пока набираем спринт. Готовимся. Archaic Act covering extra ground. Invisible Incident next has raced away with a clear lead from Champions Art. Number 6 is running for fun. Pickled Pink wants the front. Здесь уже по музыке можно определить, да? Putting up a challenge to Invisible Incident. Still going, it's number 6, Pickled Pink in second position. Все, поехали. Даже, возможно, я начала слишком поздно. Может быть, нужно было начать раньше? Ой, я уже практически весь спринт старательно. Да, летит мне хватает, отлично, все хорошо. Ну, давайте розы. На 9-м месте, здесь я уже получше. У меня результат более хороший. Все цели достигнуты. Так, а на каком месте-то я? А, приз второго ранга. Отлично. Переходим на рынок и крутим наконец-таки это колесо. Роз. Все, накруточку накопили. Давайте мне гарантированный приз. 330 золота. И мы перешли за отметку 5000. Отлично. Все просто очень хорошо складывается. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это длительное видео. Надеюсь, вы не скучали. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Rival Stars Horse Racing. А с вами была Яна, и увидимся в новых роликах.